Father, we thank you that you are able to help us to understand. We ask that our hearts would be open, our spirits would be receiving all that you have to give to us. In the name of Yeshua. Во имя Иешуа. Amen. Amen. I'm a man of short prayers. Я человек коротких молитв. Are you sure? Scripture tells us not to be many words. Писание говорит, чтобы мы были немногословны. Okay, what I want to share with you during these days. О чем я хочу говорить эти дни? In principle about prayer. Это в основном касается молитвы. I will be sharing a number of things with you. Я буду делиться рядом вещей. Especially concerning leadership and prayer. О взаимосвязи молитвы и лидера. Кроме того, я хочу рассказать, коснуться некоторых аспектов самой молитвы. Я хочу дать, насколько это возможно, много примеров о том, что Писание учит об этом. Я думаю, что многие учителя вам уже это говорили. But I believe in this particular case that it is extremely true. Но в этом случае я считаю, что это особенно истина и правда. That this is one of the most important subjects that you will ever receive teaching on. Что это одно из самых важных учений, о котором нужно говорить. It concerns your personal life. Потому что касается личной жизни. Your life in society. Жизнь в обществе. Your life if you ever become a leader. И жизни лидера. Especially. Особенно лидера. Okay, what I want to do now, first of all, this evening, I'll see how far we get. I want to give an introduction. И я хочу сделать введение. To prayer. К молитве. I will be careful when I take my glasses off that I don't hit the microphone. Буду осторожным, когда буду снимать очки, чтобы не задеть микрофон. Мне не нужны они для чтения, мне они нужны для того, чтобы вас видеть. В отличие от множества людей. We begin by reading in Psalm 91. Sorry, we have to be. Псалом 90. I forgot to check about the changes, whether it's 90 in your Bible or not. But it's Psalm 91 in English, verses 15-16. 15-16 стих. Begins because he loves me. Начинается с того, потому что он возлюбил меня или любит меня. Can you find it? Yeah, you're okay. Because he loves me, I will rescue him. Because he knows my name, I will protect him. He will call on me. And I will answer him. I will be with him when he is in trouble. I will extricate him and bring him honor. I will satisfy him with long life and show him my salvation. С 14 стиха, да? Как он у вас начинается, Псалом? Да. Ибо он возлюбил меня, я избавлю его, укреплю его, ибо он узнал имя мое. Он воззовет ко мне, я отвечу ему, с ним я в бедствии, спасу его и прославлю его. Долголетием насыщу его и дам ему увидеть спасение мое. That was short. Okay. Because he loves me. Ибо он возлюбил меня. If we love God, если мы любим Бога, we want to be in contact with God. Мы хотим иметь отношения с ним. And what is the most What way do we make contact? И каким образом мы налаживаем этот контакт с Богом? Through prayer. Благодаря молитве. Prayer is conversing with God. Молитва — это общение с Богом. And that word conversing. И слово общение. I want you to remember. Я хочу, чтобы вы запомнили это слово. It's very important. Потому что оно очень важно. If you have a conversation with someone. Если у вас идет с кем-то разговор. Then you speak. То это означает, что говорите вы и говорит человек, с которым у вас есть этот разговор. Иначе это называется монолог, если только говорите вы.
Remember that. Запомните это. Общение. Мы общаемся с Богом, с Отцом. Наши молитвы очень важны. Они могут высвобождать динамическую силу, которая меняет мир и которую когда-либо знал этот мир. Это сила перемен. Как мы приносим эти перемены? Благодаря молитве. Позволяя Господу действовать в наших жизнях. Есть общие моменты, касающиеся молитвы, которые всем известны. Но, к сожалению, я обнаружил за мои более 40 лет служения, что не всегда именно так дело обстоит. Потому что возможны такие варианты, что мы никогда не думали об этом. Или мы забыли об этом. Мы должны постоянно напоминать себе о важности молитвы. Первое, что нужно брать во внимание, это время. Наше время. Как мы используем это время? Как мы используем время, общаясь с Богом? Писание говорит о людях, которые молились и в результате видели великие чудеса Божьи. Они видели Его силу во многих ситуациях. Павел писал вот что. В молитве не ослабевайте. 1 Фессалоникийцам 5:17. Другие переводы говорят, никогда не оставляйте молитву. Или молитесь с настойчивостью. How do you pray without ceasing? Как молиться настойчиво или не переставая? Okay, we're not here just to understand. Okay, this is what Scripture says. We need to understand how we put that into practice. Мы не просто понимаем, что вот это написано в Писании, вот этот отрывок означает следующее. Мы должны понимать, как это применять в нашей жизни. In our daily lives. В нашем каждодневном хождении. Knowledge is useless to you. Само знание, оно бесполезно для вас, если вы не знаете, как им пользоваться. Да, знание хорошо. Хорошо обретать знание и понимание. Но важнее знать, как это использовать в жизни. And to learn to pray without ceasing, чтобы научиться молиться не переставая, you need to practice. Нужно практиковаться. You need to remind yourself, нужно напоминать себе, that every moment, что каждый момент, situation, каждой ситуации you can converse with God. Вы можете общаться с Богом. You don't need to be in a special place. Вам не нужно находиться в особом месте. You don't need to have a special time. Не нужно выделять особое время. It is good. To have a special place. Однако хорошо иметь отделенное место и отделенное время. But we need to learn to be Нам нужно научиться постоянно in communication общаться с Богом, with the Father. С Отцом. And that's prayer. И это молитва. Conversing with God. Общение с Богом. It's become almost a natural process. Это стало для меня почти естественным процессом жизни. Sometimes I have to remind myself. Иногда мне нужно напоминать себе. After all, I'm still human. Потому что я все же остаюсь человеком. I haven't been given my eternal body yet. Мне еще не дано мое вечное тело воскресшее. I'm beginning to long for it. Я уже все больше жду его. This body is beginning to break down. Потому что это тело все больше начинает ломаться. That's why I need the batteries to keep me going. Поэтому мне нужны батарейки менять. Conversing with God. Общение с Богом. When you're walking down the street. Когда мы идем по улице. When you're on the bus. Когда мы в автобусе. When you're talking with someone. Когда мы с кем-то общаемся.
When you're doing your practical work, когда вы совершаете свою работу, whatever it might be, что бы это ни было, learn to keep the contact with the Father. Учитесь поддерживать этот контакт с Отцом. Yes, as I said, pray without ceasing. Как я уже говорил, молитесь непрестанно. But we also need to put aside those regular times. Но нам также нужно откладывать определенные моменты. When we put aside all of the distractions that normally are around us. Нам нужно откладывать всю суету и все беспокойство, которое вокруг нас. And we take time to be in the presence of the Father. И выделять время для того, чтобы находиться в присутствии Отца. That is so wonderful. Это очень прекрасно. As I've said many times, I have the privilege of living in Finland. Как я уже говорил много раз, у меня привилегия, что я живу в Финляндии. I have a home. У меня есть дом, which is almost in the middle of the forest. Который практически среди леса находится. And I can just walk outside my door. Я могу выходить из дому. And enjoy God's creation. И наслаждаться Божьим творением. I told a little story the other day. Однажды я рассказывал такую историю. We are at the moment building by my home a little guest house. Возле дома мы строим сейчас дом для гостей. Because we get many people coming to visit. Потому что многие люди приезжают к нам, чтобы навестить нас. One morning early, I went down. Однажды рано утром я вышел. And there is an upper and a lower floor. И у нас есть как бы первый и второй этаж. And from the upper floor, you can go outside onto a balcony. И на втором этаже есть своего рода балкон. There is a very small door. И там есть очень маленькая дверца. It's about, I think it's about this high. Где-то вот такой высоты. So, if you want to go through that door, если вы хотите пройти в эту дверь, you have to bow. Нужно склониться. You have to be humble. Нужно смириться. And I've called it the door of humility. И я назвал это дверь смирения. But once you go through there, но когда вы проходите через эту дверь, you have a magnificent view, вы можете увидеть потрясающий вид леса и озера. Morning, и однажды утром я пошел туда очень рано, потому что я хотел провести время в присутствии Отца. Balcony, и когда я сидел там на балконе, пришли соседи. Я имею в виду, сначала пришел кролик. Mr. Rabbit came hopping along. Пришел мистер кролик, он так прискакал. And he looked up. Посмотрел наверх. As if to say, good morning. Как будто бы он говорил доброе утро. And some birds came. Потом птички прилетели. Sat on the edge of the balcony. Расселись на краю балкона. And after them came the squirrels. Потом прибежали белки. A family of squirrels. Целая семья. Dad. Мама, папа and two children. И двое деток. I'm telling you the truth. Я вам честно говорю. I'm not just telling you a story. Это не сказка, не история. And then Mr. Fox came. Потом пришел лис. And everybody else left. Все остальные ушли, естественно. Seeing God's nature. И когда мы смотрим на Божью природу, Это удивляет нас. И я ощутил себя в Божьем присутствии. Но эта дверь, она напоминает мне, что если мы хотим увидеть величие Божие, нам нужно пройти через дверь смирения. И мы должны сказать, Отец, я не знаю как, but you do. Но ты можешь. Will you help me? Ты можешь все. Помоги мне, пожалуйста. The heroes of faith put times aside specifically for prayer. И герои веры, они откладывали все и выделяли время специально для молитвы. Often in the morning. Часто это было утром. And at noon. Днем. And in the evening. И вечером. My mentor, when I first became a believer. Мой наставник, когда я впервые уверовал.
He said one very important thing to me. Сказал очень важную вещь для меня. He says to stay alive. Он сказал, чтобы оставаться в живых, you eat three times a day. Нужно есть три раза в день. To stay alive spiritually. Чтобы быть живым духовно, you also need to eat three times a day. Также нужно есть трижды в день. To spend time with God. Проводя время с Богом. Reading His word. Я читаю Его Слово. Because as you pray, потому что, когда мы молимся, God will speak through His word. Бог говорит часто через Своё Слово. I'm mentioning these things now, but I'll be covering some of them in more depth. Я упоминаю это сейчас, но я буду раскрывать это больше, когда мы будем продолжать занятия. Psalm 55. Псалом 50. Verses 16 and 17. 54, 16, 17. Сейчас проверим. Okay, I hope we find it. I'll read it to you and then see. Psalm in English, Psalm 55, verses 16 and 17. But I will call on God. And Adonai will save me. Evening, morning, and noon, I complain and moan, but He hears my voice. Just a second. Okay. Yeah, I'll have to check these with you, Kira, when we come to Psalms. Because I have. We waste some time. Another translation, a Jewish translation, yeah. And the order is different from Russian and English. Okay, I'm opening Russian. Can you repeat the verses, please? Psalm 55, yes. 16 and 17. But I will call on God and Adonai will save me. 54, 17, 18. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопить, и Он услышит голос мой. The interesting thing in verse 17, he says, evening, morning and noon I complain and moan, but He hears my voice. 18 стих интересен, потому что в нем говорится: вечером и утром и в полдень буду умолять и вопить, и Он услышит голос мой. Есть множество разных способов, как мы можем общаться с Богом. Но я обнаружил, что чаще всего мы как раз жалуемся, вопим и умоляем. Но Бог слышит нас. We need to develop it for ourselves. Нам нужно развивать эту привычку каждодневного общения с Богом. The best example that we have. Самый лучший пример, который мы имеем. Is the Lord Yeshua Himself. Это сам Господь Иешуа. He prayed. Он молился. Early in the morning. Рано утром. Mark 1, verse 35. Марк 1:35. Very early in the morning, while it was still dark, Yeshua got up, left, went away to a lonely spot. Рано утром, когда было еще темно, Иешуа поднялся, вышел и отправился в уединенное место помолиться там. Если Он это делал, насколько же больше нам это нужно? Он Сын Отца. Он знал, как общаться с Богом. Он был с Ним. Он знал, как говорить с Ним. At night. Luke 6, 12 and 13. Он общался с ним ночью. Луки 6, 6. Luke 6, 12 and 13. Луки 6, 12, 13. It was around that time that Yeshua went out to the hill country to pray, and all night he continued in prayer to the Father. When day came, he called his disciples and chose from among them 12 to be known. As emissaries or apostles. Приблизительно в то же время Иешуа пошел в горы помолиться и всю ночь провел в молитве Богу. Когда настал день, он подозвал своих тальмидим и избрал из них 12, которые стали посланниками или апостолами. Иешуа предстояло принять очень важное решение. Кого он выберет в качестве 12, которые будут близки к нему? The decision was so important. И это решение было очень важным. That he needed to spend time. Поэтому ему нужно было провести время в общении с Отцом. About it. Об этом. How many times do we forget to consult God? Как часто мы забываем проконсультироваться с Богом? On even some of the smallest. Даже в каких-то малейших решениях, которые нам нужно принять. Yeshua Иешуа took a whole night. Провел целую ночь,
pray, чтобы помолиться и поговорить с Отцом. Как часто мы проводим всю ночь, чтобы поговорить с Отцом? Не так часто, я думаю. Sometimes we have nights of prayer. Иногда бывают ночные молитвы. But in our own personal life, но в нашей личной жизни, how do we deal with situations? Как мы решаем ситуации разные? How do we deal with decisions that we need to make? На основании чего мы принимаем решения? Do we first sit down and try and sort it all out ourselves? Мы сначала садимся и пытаемся решить все самостоятельно. Или мы следуем примеру Иешуа и проводим ночь в молитве, общаясь с Отцом, обсуждая это с Отцом. Иешуа также молился во времена великой нужды. Луки 22, Луки 22, 39-44. And it says here something very interesting. On leaving, Yeshua went as usual to the Mount of Olives. Здесь есть очень важный момент. Выйдя оттуда, Иешуа направился, как обычно, к Масличной горе. It was his usual practice. Это была его каждодневная практика. It wasn't something exceptional. Это не было каким-то исключением. It was something he did. Это то, что он делал очень часто. И Талмидим последовали за ним, написано. Когда они пришли, он сказал им, молитесь, чтобы не подвергнуться испытанию. Он отошел от них на небольшое расстояние, встал на колени и молился. Он был в нужде, это было время, прежде чем он знал, его распнут. Отец, если ты хочешь, удали от меня эту чашу, и все же, пусть исполнится не моя, но твоя воля. Have you ever wanted something so bad? Вы когда-то хотели чего-то так сильно, что вы молились Богу об этом, и вы были настойчивы, вы находились в борьбе, чтобы заставить Бога сделать то, что вы хотите. Здесь Иешуа молился, но сказал, не моя воля. Да будет твоя воля, а не моя. Когда мы встречаем такие ситуации, нам нужно научиться молиться, чтобы, и говоря, да будет не моя воля, лучше всего вообще приходить к Отцу и говорить, Отец, чего ты хочешь? Какова твоя воля в этой ситуации? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Leader, если вы хотите стать лидером, в любой сфере, вам предстоит очень много-много-много-много-много раз встретиться с сложными ситуациями, и вы будете стоять перед тяжелым выбором. И, естественно, будет приходить искушение поступить принять решение самостоятельно. И это самый быстрый способ прийти в конечный пункт под названием катастрофа. I can tell you that from personal experience. Я вас могу уверить из своего личного опыта. I have visited the city of disaster too many times. Я посещал этот город катастрофы очень часто. We need to look to the Father. Yeshua did that. Нам нужно смотреть на Отца, потому что Иешуа так поступал. Not my will. Да будет не моя воля, а твоя. And at that moment, и в тот момент, there appeared to him an angel from heaven. Перед ним предстал ангел с небес. Когда вы подчиняетесь, когда вы смиряетесь,
allow God to work. Когда вы позволяете Богу действовать через вас, тогда Он посылает вам ангела. Если вы хотите видеть ангелов, подчиняйтесь воле Божьей. Спрашивайте Бога, чтобы его воля совершилась в вашей жизни. И испытывая сильно муки, он молился еще усерднее. Иногда бывает ситуация, когда мы просто не знаем, что делать. Yeshua was in great anguish, and he prayed more intensely. Иешуа был как бы в агонии, он испытывал сильные муки, он молился еще усерднее. He did more. Он делал еще больше. Он не сдался. He prayed till the sweat became like drops of blood falling on the ground. Он молился до тех пор, так что его пот стал как кровь и падал на землю. How do we spend our time? Как мы проводим наше время с Богом? Do we understand how important it is? Понимаем ли мы, насколько это важно? That we pray. Наша молитва, насколько она важна? The second thing that we need to consider. Второе, что нам нужно учитывать. That was the first one was our time. Первое это было время. How much time do you give? Сколько мы отдаем времени? I don't think you can ever give enough. Я не думаю, что мы можем отдать достаточно времени Богу. The second thing though that we need to consider is our attitude. Второе это наше отношение. Our attitude in prayer. Наше отношение к молитве или наше отношение в молитве. Yeshua said. Иешуа сказал. When you pray. Когда вы молитесь. Not if you pray. Не если вы молитесь. When you pray. А когда вы молитесь. We are so often still in the if. Мы иногда находимся в том состоянии если. We have been invited into intimate prayer. Но мы были приглашены в эту близкую молитву. By none other than Lord Yeshua himself. Самим Господом Иешуа Мессией. God desires. Господь желает. That we commune with him. Чтобы мы общались с ним. That we have an intimate relationship with him. Чтобы мы имели близкие отношения с ним. He sent his son. Он послал своего сына. To die on the cross. Чтобы тот умер на кресте. For our sins. За наши грехи. But also. Но также. To open the door. Чтобы открыть двери. Into the throne room. К этому престолу благодати. You have the privilege of being able to enter into. Вы имеете привилегию войти к этому престолу Божьему. And speak to him. И говорить с ним лично. That is a tremendous privilege. Это невероятная привилегия. The privilege we sometimes so ignore. И часто этой привилегией мы пренебрегаем. Intimate prayer. Это очень тесная и интимная молитва. That privilege we have. Такую привилегию мы имеем. We need to have in prayer when we pray. Когда мы молимся. A right motivation. Мы должны иметь правильную мотивацию. Matthew chapter 6. Матфея 6. Verses 5 and 6. 5-6. You get a lot of texts from me. A lot of biblical texts. Вы услышите от меня много ссылок на Писание. Write them down. Записывайте их. Read them. И прочтите их. Again and again and again. Читайте их снова и снова. Until you know them. Пока вы не будете знать их. Matthew 6, 5 and 6. When you pray, don't be like the hypocrites. Матфея 6, 5, 6. Когда же молитесь, не уподобляйтесь лицемерам. Standing in the synagogues and on street corners. Любящим молиться, стоя в синагогах и на углах улиц. So that people can see them. Чтобы люди видели их. Yes, I tell you, they have their reward already. Да, говорю вам, они уже имеют свое вознаграждение. But you.
Но ты, когда молишься, pray, go into your private place, войди в комнату свою, and pray to your father in secret. Закрой дверь и молись Отцу твоему в тайне. Your father, who sees what is done in secret, Отец твой, видящий совершенное в тайне, вознаградит тебя. This text a little bit later. Я хочу вернуться еще к этому тексту попозже и детально его рассмотреть. Потому что перевод, который мы имеем, не выражает то, что Бог именно задумал изначально. I read it a little bit differently now, but it talks about going to a room and close the door. Говорится здесь о том, чтобы войти в комнату и закрыть дверь. Yes, that's one way. Да, это один путь. But that's not what I understand. Но это не то, что я понимаю. That it means. Что, какой смысл здесь вложен изначально? Я объясню вам попозже. We need also a right relationship with God as Father. Нам также следующий момент это нам нужно иметь правильное отношение с Богом как с Отцом. Now, when I pray, когда я молюсь, you will not very often hear me use the word God. Вы не услышите от меня часто слово Бог. I talk to the Father. Я общаюсь с Отцом. Because he is my father. Потому что он и есть мой отец. I have a relationship with him. He has adopted me. Он усыновил меня. As his son. Как своего сына. And that is beautiful. И это прекрасно. That's beyond imagination. Потому что это превосходит всякое воображение. If I took off now and told you all that I understand by that, we would be here for a long time. Если бы я только говорил об этой теме, то мы бы здесь надолго задержались. But you need to learn to know God not just as God, the Almighty Creator of heaven and earth and the universe and all that is in it. Вам нужно научиться знать Бога не только как великого Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. But you need to learn to know Him as Father. Вам нужно научиться знать Его как Отца своего. The good Father. Как доброго Отца. Not like our earthly fathers very often. Не такого, каким бывают порой земные отцы. Он совершенный отец. Он любящий отец. Отец, который хочет лучшего для нас. Луки 11. Луки 11 с 11 по 13 стих. Is there any father here who, if his son asked for a fish, would instead of a fish give him a snake? Or if he asked for an egg, would he give him a scorpion? So if you, even though you are bad, know how to give your children good gifts that are good, how much more will the Father keep giving the Ruach HaKodesh from heaven to those who keep asking him? Есть ли здесь отец, который в ответ на просьбу своего сына даст ему рыбу, подаст ему вместо рыбы змею? Или если тот попросит яйцо, подаст ему скорпиона. Итак, если даже вы, будучи злыми, знаете, как делать хорошие подарки своим детям, то тем более Отец не перестанет давать Руах Кодыш с небес всем, кто непрестанно просит Его об этом. Иешуа дает нам образ Отца. Он говорит о земных отцах, которые хотят давать доброе своим детям. I have three daughters. У меня три дочери. And seven grandchildren. Семь внуков. And I love them all. И я всех их люблю. And I want the very best for them. И я желаю им самого лучшего. But I know. Но я знаю. That my heavenly Father. Что мой небесный отец. Wants much, much more. Желает намного большего. I've learned that. Я научился этому. Because of the love that He has shown to me. На основании той любви, которую Он показал мне. Forgiveness that he's given. И того прощения, которое Он дал мне. And the beautiful things he's let me see. А также тех прекрасных вещей, которые я увидел благодаря Ему. He is my father. Он мой Отец. And I know that he wants to give the very best. И я знаю, что Он хочет дать самое лучшее. When I pray to him, поэтому, когда я молюсь Ему, when I converse with him, когда я общаюсь с Ним, this is the picture that I have of him. Такой образ предстает у меня. Of a father who is waiting to listen
with great attention. Он отец, который будет слушать с, очень внимательно и будет внимателен каждому слову, которое я говорю. Learn to have a relationship with the Father. Научитесь иметь отношения с отцом. You need a right relationship with God. Вам нужны правильные отношения с Богом. As I said, we'll be talking about these things, some of these. Как я уже говорил, мы уже коснемся этого подробнее дальше в занятиях. The next thing we need is a real trust in the Lord. Следующее, что нам необходимо, это настоящее доверие Господу. I've written down here the same Psalm 55, 16 and 17 we read earlier. Я написал здесь тот же самый Псалом 54, те же стихи, которые мы уже читали. I will call on the Father, and Adonai will save me. Воззову к Господу моему, и Он спасет меня. Some translations say cry out. Некоторые переводы говорят возопию. Do we trust Him? Доверяем ли мы Ему? Do we really trust Him? На самом деле, доверяем ли мы Ему? Or is there some form, excuse me, is there some form of doubt? Или мы имеем сомнения в нашем разуме? Can God really do that? Может ли Бог на самом деле сделать это? Yes, He can. Да, Он может. But do we really trust Him? Но доверяем ли мы Ему на самом деле? Do we trust Him when we ask Him, Father, lead us in the right path? Доверяем ли мы Ему, когда говорим «Отец, поведи нас по правильному пути»? Dark, и когда становится темно, когда наступает тьма, начинаем ли мы сомневаться в Нем? Sometimes He will take us through the valley of the shadow of death. Иногда Он будет нас проводить долиной смертной тени. Even if I go through the valley of the shadow of death. Даже если пойду долиной смертной тени. Your rod and your staff will be with me. Твой жезл и твой посох, они укрепляют меня. Learning to trust. Когда мы учимся доверять. Learn to know. That He is faithful. Мы учимся познанию о том, что Он верен. And He will do what He has promised. И Он совершит то, что обещал. The next thing we need. Следующее, что нам нужно. A real honesty and openness. Это честность и открытость. We need to learn to be honest and open with God. Мы должны быть научиться быть честными и открытыми с Богом. So often we try and hide things. Часто мы пытаемся скрыть вещи. Even from God. Даже от Бога. The problem with that is. И проблема в том. He knows everything. Что Он знает все. So why hide it? Поэтому что мы можем скрыть? He knows what you did this morning. Он знает, что вы сделали утром, что сделали вчера. He knows everything about you. Он знает все о вас. Scary thought. Он знает самые страшные мысли. No, it's not. Но, точнее, это может пугать кого-то, но на самом деле это не так. Это прекрасно. Even if he knows everything about me, потому что даже несмотря на то, что он знает все обо мне, he still loves me. Он все равно любит меня. Amazing. Это удивительно. I wouldn't. Я бы не любил себя после этого. But he loves me. А он любит меня. So I can be honest with him. Поэтому я могу быть честным с ним. Father, отец, I failed today. Я сегодня согрешил. I couldn't resist that temptation. Не мог устоять перед этим искушением. That chocolate bar was just too much. Этого шоколадки было слишком много. An honesty with God. Честность перед Богом. Open. Открытость. First John. 1 Иоанна, Chapter 1, 1 глава, verses 5-7. С 5 по 7 стих. And this is the message which we have heard from him and proclaimed to you. God is light, and there is no darkness in him, none
If we claim we have fellowship with him while we are walking in the darkness, in other words, hiding something from God, we are lying and not living out the truth. But if we are walking in the light, as he is in the light, then we have fellowship with him and with each other. And the blood of his son, Yeshua, purifies us from all sin. I added a few things in there. Yeah, I heard it. И вот послание, услышанное нами от Него и провозглашаемое вам. Бог — это свет, и нет в Нем ни тьмы никакой. Если же мы говорим, что имеем общение с Ним, тогда как сами ходим во свете, или еще можно перевести, пытаемся от Бога что-то скрыть, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же мы ходим в свете, как Он в свете, тогда имеем общение друг с другом, и кровь Его Сына Иешуа очищает нас от всякого греха. Okay, I added a couple of things into that text. Я в это местописание добавил несколько вещей. Но нам нужно быть осторожными, что мы добавляем. Писание говорит, что мы не добавляли и не прибавляли, и не отнимали что-то от Слова Божьего. В данном случае, как я уже сказал, тьма подразумевает, когда мы что-то скрываем от Господа, пытаемся скрыть что-то от Господа. Когда мы пытаемся сделать так, чтобы якобы он что-то не узнал. Вместо того, чтобы признать это, исповедать это. И позволить ему разобраться с этим. There are many things in our lives which we are unable to do on our own. Есть некоторые вещи, которые мы не способны сделать самостоятельно в жизни. Okay, I made a little bit of a joke about the temptation with the chocolate bar, but there are temptations in our life. Я пошутил по поводу шоколадки, но есть в наших жизнях искушения, which we cannot resist on our own. Которые мы не можем преодолеть самостоятельно, опираясь на свои собственные силы. Even now, даже сейчас, at this stage in my walk with God, на этом уровне моего хождения с Богом, в этот этап, есть определенные вещи в моей жизни, которым мне тяжело противостоять до сих пор. And if I relax with my intimate relationship with God, но если я расслаблюсь в плане своих личных отношений с Богом, then I know that I may fall. Я знаю, что я могу упасть. A real honesty and an openness. Настоящая честность и открытость. The last one on my list here. И последний пункт в моем списке. And I say the last one on my list. There can be other things that we. Конечно, могут быть и другие вещи. Need. But we also need a forgiving heart. Но последний в моем списке это мы должны иметь прощающее сердце. Mark chapter 11 verse 25. Марка 11:25. And when you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may also forgive your offenses. И когда стоите в молитве и имеете что-то против кого-либо, простите ему, чтобы и ваш Отец на небесах также простил вам ваши проступки. Sometimes when we begin to pray, God will remind us of something. Иногда, когда мы молимся, Господь напоминает нам о чем-то. It can be a person that we have some form of animosity towards. Иногда, может быть, мы имеем какую-то неприязнь или ненависть к человеку. It can be something that happened during the day. Может быть, что-то днем произошло. There are many things. Множество вещей бывает. But we need to clear the table, as it were. Но мы должны как бы убрать все это. That nothing will stand in the way of our prayer. Чтобы ничего не стояло на пути молитвы. Unforgiveness. Непрощение in whatever form в любой форме will stand in the way будет стоять of на пути наших молитв. As we express our feelings and burdens in conversation with God, когда мы выражаем наши бремена и наши проблемы в общении с Богом, it can take on many forms. Это может выражаться в разных формах. Just seeing how far we are.
It can be in the form of adoration. Это может быть в форме также и прославления. We can express our love or our adoration for God. Мы можем выражать свою любовь или свое восхищение Богом. In Psalm 34, verses 1 to 4. Can you repeat that, please? Psalm 34, verses 1 to 4. Псалом 33, verses. It's, you will notice I choose many psalms. Вы видите, как я выбираю много псалмов. Because almost all of the psalms are one sort of form of prayer, one different type of prayer. Потому что псалмы, они являются просто различными разновидностями молитвы и общения с Богом. И когда мы читаем псалмы, мы можем многому научиться о молитве. David was a man of prayer. Потому что Давид был человеком молитвы. Psalm 34. Psalm 34, verses 1 to 4. I will bless Adonai at all times. His praise will always be in my mouth. Verse 1. Yeah, and ends up with... Sorry, and it ends with everything I feared, yeah? Verse 5, sorry. Yeah. Oh, verse 4. Okay. Sorry? Yeah. No, I just read verse 1 now, okay? I will bless Adonai at all times. His praise will always be in my mouth. 33-й псалом со 2 по 5 стих. Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мной, и вознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Praise releases a tremendous power. Хвала высвобождает невероятную силу. If we learn to praise God, to worship Him, мы учимся хвалить Господа, поклоняться Ему. Psalmist says, "I will bless Him at all times." И псалмопевец говорит, я благословлю Его во всякое время. Praise will always be in my mouth. И хвала будет всегда на устах моих. Is that true of us? Правда ли это о нас? Possibly not. Возможно, нет. Probably not. Возможно, нет. But we need to learn it. Но нам нужно научиться этому. When I boast, it will be about Adonai. Когда я хвалюсь, это будет касаться Господа. А чем мы хвалимся? Чаще всего о себе. Тем, что мы сделали, чего добились. Например, какую большую рыбу словил. И чем чаще я рассказываю историю, тем больше рыба становится. It's not just about fish, it's about everything in our lives. Но это не только же рыбы касается, а других вещей в наших жизнях. Truthfulness, honesty. И нам нужна поэтому истинность и честность. To talk about our weaknesses. Мы должны быть готовы говорить о наших слабостях. You will hear me share some things with you during this time. В это время вы услышите, как я поделюсь с вами определенными историями, которые касаются не только моих сил, но также моих слабостей. И я попрошу вас отнестись к этому с уважением. Мы все слабы. И у нас у всех есть проблемы. But if we can help each other, но если мы можем помочь друг другу, by talking about some of these things, когда общаемся об этих вещах, it helps us to realize that we can walk with God. Тогда мы понимаем, что мы можем ходить с Богом. The psalmist here then goes on, and he said, and he calls us all to do it together. И автор псалма говорит, призывает дальше всех делать это. Давайте превознесем Его имя вместе. Хвала наедине — это хорошо. Но прославление Бога совместно — это даже лучше. Чтобы мы учились этому.
Where two or three are gathered together. Где двое или трое собираются вместе. Я среди них. Very common, well-known text. I'm going to tell you something about it later on. Это очень известный текст, и я вам расскажу кое-что позже о нем в течение этой недели. Some things may surprise you. И, может быть, определенные вещи удивят вас. Let us exalt His name together. Превознесем Его имя вместе. I sought God. I sought Him out. Я взыскал Господа. And He answered me. И Он услышал меня. He rescued me from everything I feared. И от всех опасностей моих избавил меня. That's been true many times in my life. Эта истина касалась меня во много раз в моей жизни. God has rescued me. Господь спасал меня.